Сегодня в республике стартовала акция «Культурная суббота. Игры народов России». Она посвящена традиционным детским играм. Без игр сегодня не обходится ни один праздник. Через них дети получают новый опыт, развивают ловкость и тренируют волевые качества. До 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных областей и республик страны. Для участия в акции нужно создать видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на личной странице в соцсети ВКонтакте под хэштегом «IgryKD». Победители объявят 22 августа. Работы будут оценивать известные деятели России в области народной культуры. Комиссия выберет 30 лучших роликов. Их разместят на портале «Культура для школьников РФ».